Когда ее ремонтировали, делали вскрытие, ну, я понимаю прекрасно, 700 миллиметров дорожного полотна, 800 вскрывали, 700 миллиметров щебенки, подушка песчаная. Не должно было пройти этого. Но когда я ему говорил, когда ремонтировали, я говорю, сети посмотрели, это наверняка что-то или с сетями, что-то, или просто, будем говорить, завалили недействующий колодец. Или вот действующий просто засыпали, и никто не проинспектировал. Если, допустим, поедет мотоциклист, сейчас уже у них сезон начал, попадет в эту яму, то считать это на их скорости, которые они едут до 100 км в час, то это будет труп. Просто полетит человек через руль, и будет он или в том столбе, или в том заборе.